которая решалась под руководством Российского центра по примирению враждующих сторон. За многие годы 12 тысяч школьников сели за парты. Вклад Российской Федерации в выполнение положения резолюции 2401 и сирийско-арабским красным полумесяцем. Данная ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, разрушены благодаря решающим ударам иракских и сирийских правительств, мобилизирующую угрозу во всем мире. То же самое касается, включая информационные коммуникационные технологии. 提出一个例子，比方说东姑岛的句式，用不同的武器也把当地的老百姓作为他们的会安全的离开，离去这个作战的地区。 俄罗斯已经帮助了15万多难民搬到比较安全的地方呢。我们继续保证一定的挑战是和国际红十字和叙利亚新月部队从叙利亚伊拉克跑到其他的地区。